Ты их трое? Я со своими двумя друзьями 8 числа договорился днем украсть с Дудинской 10 линеек. Ночью в районе где-то час мы поехали на машине Nissan. Украли сначала 5 линеек, поехали в сторону 3-х семерок моста, спрятали их там и поехали еще раз. И снова взяли 5 штук. И снова в сторону 3-х семерок. Потом на следующее утро мы их сдали на металлоприемку. Попросим жителей, граждан и автомобилистов прощения за предоставленные неудобства.